том числе содержит в себе образ жизни, кольцо жизни есть такое. Да. И это кольцо, мало того, оно катится на нас, так, достаточно активно и динамично. То есть с этой точки зрения для меня это очень четкое описание мира, мира, в котором мы живем. И причем мира не застывшего, не фотографии моментальные, но вообще отдельное мгновение, а вот целую структуру, как архитект, который может потом развиться в любую структуру, которая у нас есть в нашей письменнике. И вот насчет слова, для меня прям вот это вот вначале было слово, но очень четко ложится на эту работу, опять-таки там возникает динамика, где есть мир хаоса, который вот еще не проявлен, которым первое, что проявляется, это слово. Вот, и вот опять-таки вот там огромная динамика есть. И в эту структуру можно вписать даже наш разговор сегодняшний, нашу встречу. Вот. И если вот смотреть на это с точки зрения последовательности силы, то все мгновенно оживает, возникает. И та же самая ирония сюда вплетается, как некий случайный момент, некий элемент жизни, потому что я, например, не вижу в его работах чего-то застывшего и мертвого. Ну, потому что, опять-таки, мы не можем как архитектор сказать, что он мертвый. Ну, он просто в другом порядке существует, он за гранью жизни и смерти, он что-то другой реальности. Да, очень-очень интересно, правда. Просто скорее здесь только речь идет как о выхолощенности, да, то есть когда решено ошибки белые, когда ну, биология это жизнь. Биология это равняется жизнью. Это как бы, ну опять-таки, это, скажем, эта сторона, повседневная сторона нашей реальности, которая все равно содержит. В нем есть что-то такое, рыхлое, хаос, да, вот, я не знаю, сейчас просто вот тоже для меня большой вопрос, а я не знаю, какая или нет, то, что вы говорите, я прям, да, подгибаю сразу, что согласна, я нахожу это после ваших слов, но вот все-таки вот эта вот хаотичность, да, не такой неопорядоченности, это то, о чем, мне кажется, автор постоянно хочет вот как бы, да, вытеснить это за границы собственного листа. В смысле упорядоченности или хаоса? Вот как будто бы хаос невозможен. Хотя бы, как Оля сказала, да, если чуть близится, вдруг там. Вы говорите о хаосе, просто вот вы говорили о кибернетике. В математике кибернетики хаос — это порядочная величина. Любой хаос является порядочной величиной. То есть все в мире есть и порядочно. Хаос — это, ну, просто такое слово, которое мы по-другому воспринимаем. Тогда это очень сходится, да, с вашего мысли о том, что, да, вот это должно выйти за пределы вот этой бинарности, о том, что живое и мертвое, и когда же да, живое и мертвое, я только посмотрел на с точки зрения такого наименного рационализма. Попытка произвести рационализм в некий абсолютный принцип, попытаться построить на этом принципе некую коммуникацию хотя бы с собой, или хотя бы попробовать как в этой системе взаимодействуют некие знаки, некие сущности, которые можно вообще не спросить. Надо, мне кажется, взять все текст времени синим нонконформистом, фактически представителем неофициального искусства, который не имел выхода на какие-то внешние площадки, где искусство хоть и подконтрольно, но оно все-таки говорило эмоциональным языком. Поскольку все равно оставался цвет, пиатноно, композиция. Узнаваемый образ. А он оставался таким герметическим человеком, и его творчество герметично. И мне кажется, это какой-то способ с помощью такого мета-языка можно обратиться к неким другим, да, и к другому некому человеку абстрактному, и вообще к другим поколениям, пойдут расшифровки. Можно какие-то иллюзии не приходят с магическим собором, вообще с принципом готики, с фракталами. Если взять готики, там тоже есть фракталы. И там, если о Вероне, то там очень много, если смотреть на Шарский собор, какие-то рожицы, какие-то что-то строят, то есть оно совершенно неблаговедное, то есть оно совершенно не экономическое. Это архитектор, который тоже мыслил себя который говорит, ну, тоже некий делиум, потому что архитектор, если брать символику орденов закрытых, это фактически прототип Бога,
сэндвичи, которые получаются. И это опять же рационализм, потому что среди людей, несмотря на какую-то экзальтацию чувств, на чувственность стороны, опять же, когда эти контролы, он в своей культурной парадигме очень рациональный. Может, даже эти битвы с холастика, сколько ангелов может уместиться на кончике иголки, это как бы попытка защититься от этой эмоциональности, с одной стороны, очень дикой и подконтрольной, такой животной, с другой стороны, наоборот, фанатической, клиентальной, когда какие-то проявления, там, например, такого сердцевидения, как проявление ведьмы или какого-то другого, тут что-то есть у Аксинина такое, если его еще попытаться в контекст вести, то, с одной стороны, такой концептуалистический, чистой воды, например, если его сравнить с концептуалистами того времени, то это как бы формальный признак, он концептуалист. Но с другой стороны, если взять, например, существование символизма тоже в неком пространстве, даже ментально, потому что это было доступно, то тут есть, он как контрапункт выступает, потому что символисты, они говорят, что символ — это как бы ключ, который открывает иное пути. Где он есть, это то, что не чую, как бы это другой регистр чувств. Синий свет, фиолетовый, ультрафиолетовый, но символ он как бы настраивает человека на этот ультрафиолет. А это уже угасшее, вот это, угасшее чувство символизма, когда уже нет веры в то, что символ открывает. И с другой стороны, как, что-то из, как бы из дна, глубины дна все равно стучится, уже чисто человеческое, и попытка, что все-таки до кого-то достучаться вот, неким. А вдруг что-то получится? Без претензий на какие-то более... Да, если символисты верили, что действительно некий поэтический многослойный этап, или некий знак, смертного сердца, то есть для них это действительно было неким земным мирами, то тут это, с одной стороны, наивный рационализм, с другой стороны, нечто какое-то внутреннее, глубокое, а вдруг получится, вдруг вот я создам вот эту конструкцию, какой-то отзыв от кого-то, если нет отзыва от среды, если меня совершенно не поймут, туда лучше очень не выходить, то вдруг откуда-то придет вот этот сигнал. Как-то я мне он с другой стороны открылся. Есть у меня никакой.